К другим темам. Больше не нужно стоять в длинных очередях к врачу. Теперь больничный можно получить дистанционно. По новым правилам Минздрава лист нетрудоспособности открывают и закрывают в дистанционно-консультативных центрах, созданных при поликлиниках. Выписывать больничный лист будет оператор-анкетир. Он же на протяжении всего периода лечения будет следить за протеканием болезни. Такой услугой могут воспользоваться граждане от 18 до 65 лет. Главное условие – легкое течение болезни с температурой не выше 38 градусов в течение 3 дней и отсутствие тяжелых хронических заболеваний. При этом лицам, контактировавшим с пациентом с подтвержденным COVID-19, больничный лист не выдается, так как карантин и самоизоляция отменены. Пациент в любом случае будет выходить медицинский работник для забора биологического материала на коронавирус. Пациент болеет более 7 дней и чувствует себя на 7-й день хорошо. Мазок ему сдавать на коронавирус не нужно. Его выписывают к труду без мазка. Если пациент на 7-й день чувствует продолжающиеся признаки заболевания, его осматривают очно в поликлинике и принимают решение о продлении листка нетрудоспособности.